Бля, просто килл в толпе, бля, дядя. Просто килл в толпе, понимаешь? Так. Чу, блин. Я... Но это точно КамАЗ. Да-да-да, я... блядь! Конечно! Да, да, ты меня убил и двинулся. Потому что я зашел, увидел Хина, то, что он стоял у электрощитков, я побежал вниз и побежал наверх, вот где растения и так далее, где сдувать Я подбежал вместе с Андрюхой, видел, как он побежал вниз, тоже увидел я Хина, тоже побежал нахуй вниз, типа не стал подходить. Я только побежал. Толик побежал вниз. Получается, ну, кто последний был, тот и ёбнул. Ну, типа, кто-то или папа, кто-то да? забежал. Да. Ну, мне кажется, это КамАЗ, короче. Да это, я только забежал, КамАЗ. Блядь. КамАЗ, ты знаешь фразу. Килл в толпе засчитан! Это наша любимая фраза. Да, это стоп-слово, блядь. Так, ладно, давайте так. Я где знаю, где Андрей был, знаю. Где был Фликер? Фликер был по нижнему коридору из от спауна бежал. Это вот нижнее у реактора, да? Кто с тобой был, Флик? Амурыч. Нет, я его только в самом конце увидел. Он оттуда бежал. Я в любом случае... Со мной... Короче, ребят, смотрите, смотрите. Я видел только один труп. Ну, точнее, предположить могу, что это был один труп. Потому что, типа, мы с Андреем убежали, я видел, по-моему, Хина только и все, типа... Кого еще там ебнул? Я Хина увидел, и все. Все прибежали, ну, типа, чинить свет, и все. Ты хлеба видел там? Я не видел просто хлеба. Нет, я не видел. Доля меня. Я видел только Андрея. Говорю, я подбежал вверх, блядь, увидел... это... Мы вот с Толей вместе бежали. Ушастого, да, и сразу убежали нахуй вниз, типа. Ну, все живые, типа, были, камон. Ну, ты подбежал чинить электричество. Я подбежал, увидел Хина и говорю, мы съебались, все. Все живы были, когда мы уходили. Потому единственное... что мы, короче, когда с Толей пришли, уже свет дали. Да. Мы поэтому и съебались. Короче, хуй знает. Либо это... Я увидел точно, как КамАЗ убил. Либо это очень тупой килл, либо это очень пиздатый килл, где выпрыгивают из вентиляции, убивают и впрыгивают. Ну, в темноте, но я не знаю. Я скип. Это КамАЗ. Я скип. Да какой КамАЗ? Я подбежал сам последний. Да я видел, как ты убил, я полкнулся на убийство. Запомните, вот, кто опять меня бросил. Просто так. Я еще и запрувался у этого, у Андрюхи, слышь. блядь. Ребят, я впервые играю на карте. Что делать с автоматом? Там картинка нарисована, там... тебе да, вот ее нужно найти. Ага. Все, понял, спасибо. Пойдем, КамАЗ, разъебем их всех здесь. Можно было, блядь, через вентиляцию прыгнуть на самом деле. Иди, убивай. КамАЗ охуел, блядь, сейчас. Надо найти ебаную лейку. Я ищу. Блять, я тупил у автомата, я вообще не понимаю, но я понял. Конец. Я да, там надо набрать все это время. Да-да-да. Почему? У меня, во-первых, где труп был? Блять, как это называется? Короче, между медициной и входом на реакторы. Я был в самом верху справа. Там был Аморыч, там был Толя и... Я потом уже, у меня память слишком короткая, блядь. Ну, типа, 24, я видел Флика, я видел КамАЗа, я видел. А, может, и Флик.
Короче, у меня Лика, я видел, алиби. Мы стояли справа, я этот пароль вводил, Флик, по-моему, слева выбегал со света. Короче, ребят, у меня железно все это время разбирался с ебучим автоматом. Я даже с места не... Нам надо кик кого-то. У меня вообще ноль предположений. Дендрит, а ты где был? Я сейчас поливал цветы наверху. Полил? Но не до конца не успел. Лик, тиховат, сейчас сделаю погромче. И такой кик. Я просто могу подвинуться ближе. Да не, я сделал. Подвинься ближе. Ой. Да все, я тебе сделал уже погромче. Короче, я не знаю, типа, серьезно. Во-первых, по дороге, типа, в дезинфекции, получается, был труп? Или при входе в дезинфекцию? При дезинфекцию входе. При входе. Да. Кто вообще, блядь, был в дезинфекции в том крыле? Я был справа наверху, где вот это радар стоит, или как это называется? Ну, типа, вторую половину игры сначала я видел, как Андрей дрочил автомат, потом я пришел наверх сам. Разминулся с Дендрита, увидел, как он пошел наверх, типа, увидел Аморыча, по-моему, и увидел, как Фликер слева убегал. КамАЗа видел еще у этой хуйни. Бля, я, типа, не знаю, я всех видел, я не понимаю, блядь. Как они умерли, блядь? Как вы их убили, блядь? Только Фликера и Лил Пупу. Блять, короче, нужно блять, если бы я сейчас проголосовал, меня бы слили просто. Спасибо. А кто второй голос делал? Ты не заметил, кто голосовал второй? Кто сказал, Аморыч, наверное. Я не успел проголосовать. Так, ребят, смотрите. Вообще, а я говорил, что это КамАЗ, ну вы чё? Это, блядь, не палишь даже, блядь! Я тебя не вижу! Я вижу! Куда ты, блядь, чё вы делал? Я видел, как возле электричества убили сразу двух. Там было непонятно, чё делать, кого чего. Я всю, всю, блядь, ебался с этим ебучим, блядь. Я мог скрыться, а я сижу и смотрю такой, ой, ебать, я же его знаю. Шеп-шеп-пердоле, как нажимать, что нажимать? Блять, как же Андрюша меня засеял в первом даблкиле. Я же сказал, Люцию КамАЗ. Я вижу, что это звук там сразу. Толя и КамАЗ. Это за то, что ты меня убил.